Привет, люкены! С вами проект Muay Thai CK и я, Варченко Виталий. В этом обзоре мы снова посмотрим на дерзких и самоуверенных уличных бойцов. По крайней мере, они сами себя такими считают. Которые имели неосторожность вызвать на бой профи. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Сейчас мы посмотрим спарринг между малышом и долговязым монстром. Суть конфликта в том, что это оба студента, которые учатся в одном колледже. Ну и как часто бывает в школах и универах, тот, кто больше, хочет самоутвердиться за счет более мелкого. Так и произошло в нашем случае. Длинный чувак со своим другом постоянно троллил и унижал мелкого при встрече. А когда малыш просил успокоиться, гордо говорил, что уже полгода занимается кикбоксингом и не раз дрался на улице, и просто его убьет. Мелкому это в конце концов надоело, и он предложил обоим кентам поспарринговать в зале, чтобы все было цивильно, без уличного беспредела. Длинный, конечно, согласился, еще и взял с собой того же друга и пару операторов, чтобы запечатлеть это избиение. Ведь он реально думал, что если он на голову выше и больше, то размажет малыша. Но обернулось все совсем по-другому. После спарринга два побитых пса, конечно же, сразу решили подружиться с малышом. В принципе, как обычно бывает. И узнать, как ему удалось их уделать. Оказалось, что парень 4 года ходит на тайский бокс. Я считаю это отличным способом решать все конфликтные ситуации. Спарринг в полной защите. И душу отведешь, и серьезных травм не нанесешь. А ты как думаешь? Следующий бой у нас очень знаменательный. Боец ММА, который бросает вызов всем фейковым мастерам кунг-фу, я делал про него бомбовый видеообзор, который ты можешь посмотреть в подсказках. На этот раз уже сам принял вызов от лучшего мастера Винчун. По крайней мере, так он сам про себя говорил и подтверждал это своей школой сотни учеников, рассказывая, что не раз на улицах выносил нехороших ребят. Но на его великую беду перед ним оказался не ученик, который просто стоит и ждет, пока учитель покажет какую-то нереальную красоту удара фиолетового дракона и распустившегося лотоса на хвосте тигра, а простой рубака, которого достали все эти бесконтактники и их друзья. ММАшник просто перетерпел первую атаку мастера из 20 ударов, посмотрел на него, показывая всем видом, что перворазрядники в подвальной школе бокса бьют сильнее. А потом сделал пару бросков и дал пару плюх, закончив эту баталию на печальной ноте для всех болельщиков в нарядных халатах. Этот видос будет самым смешным. Подражатель Брюса Ли, который занимается джит-кундо и полностью его копирует от манеры двигаться до одежды, решил, что в него реально вселился дух Бруслика и начал вызывать на бой всех подряд, рассказывая, что не раз проверял свое мастерство на улицах и одержал уже больше десятка побед. Но всеми подряд оказался профессиональный боец муай-тай. Первый удар нашего недобрюсли был очень ярким, хвост дракона в прыжке.
Правда, после него Таец сразу пошел в атаку, и дракону пришлось убегать уже с поджатым хвостом, спасая свою жизнь. Но это ему не помогло. Уже через пару секунд первые же удары, а именно хайкик, потушил огненное пламя нашего дракона, и он рухнул на канвас, как мешок костей. Наверное, если бы Брюс Ли увидел такого подражателя, сам бы его придушил. Ну а это классическое видео из разряда «Я уличный боец и всех поломаю». В зал боевых искусств во Флориде зашел парень и на весь зал сказал: «Я уличный боец, у которого 20 побед и ни одного поражения на улице. Я хочу драться с вашим лучшим бойцом или нет, сразу с тренером. Тогда вы поймете, что не тем занимаетесь». Я не раз уже удивлялся, почему все хотят победить тренера. Ведь это человек, который уже не занимается спортом на соревновательном уровне, а чаще всего просто для себя, для поддержания формы. А многие и этого не делают, просто держат лапы бойцам и говорят, что делать. Неужели такие чайники думают, что победив тренера, они сами станут тренером и все ученики будут заниматься у них после славной победы? В общем, как бы там ни было, но этот вызов принял тренер по джиу-джитсу. Но наш уличник вдруг заявил, что мы будем только боксировать. Хоть вызвался тренер не по боксу, но все равно боксировать умеет и согласился даже на такие правила. Хотя мне непонятно, как уличник может ставить такие правила. Ведь на улице рубятся кто как умеет и валяются на земле постоянно. Бой был феноменальным. Уличника хватило на пару ударов, после чего он сдох и начал выгребать по полной, пока не упал. Нужно отдать должное тренеру. Он не стал убивать наглеца в голову, а бил по корпусу, чтобы просто наказать, а не вырубить. Я догадываюсь, на каких алкашах набил себе рекорд этот уличник. А как ты думаешь, может человек, который не занимается единоборствами, а просто лупит на улице алкашей и называет себя уличным бойцом, на равных боксировать с профи? Сейчас вы увидите эпическую битву между мастером кунг-фу в белых штанах и бойцом муай-тай. А история у нас все та же. В зал муай-тай пришел дядя и всем заявил, что он мастер кунг-фу, который может всех научить великим и секретным ударам, если они пойдут к нему ученики. У него за плечами немало побед в уличных боях, не только один на один, но и против толпы, даже с оружием. В общем, такое простым бойцам и не снилось. Это немного разозлило ребят, и один из них предложил проверить навыки своего будущего учителя. В общем, все как в фильмах про кунг-фу. Сначала победи меня, тогда я буду твоим учеником. Наш мастер кунг-фу, наверное, думал, что он заодно и мастер бесконтактного боя. Он просто стал с опущенными руками, активировал энергетический щит и хотел волной внутренней ци отбросить тайца на 10 метров. Но первая же двойка почему-то прошла в голову, а энергощит дал пробоину. Мастер не сдался и продолжил стоять с опущенными руками, начиная произносить какие-то заклинания. Наверное, хотел наслать на бойца заморозку, как Субзеру. Но снова что-то пошло не так, и мидлкик четко приземлился в ребра. Сделав пару шагов назад, наш мастер уже не понимал, что не так с его связью с тремя горами Вуданга и вселенским течением энергии. Но пока он над этим размышлял,
тип в голову отправил его именно во вселенское пространство уточнять, где был сбой. Подписывайся на канал, ставь лайк, жми колокольчик и обязательно поделись этим видео. Пускай все знают, что по улицам ходят не только алкаши, но и спортсмены. И пускай ведут себя культурно. А если ты хочешь освоить самый жесткий вид ударных единоборств или обрести навыки самообороны на улице, тогда забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках!